Привет, друзья, привет подписчики канала, привет всем, кто подошел. Вот, друзья, сегодня решил напилить такой видосик про цифровой мультиметр. Вот, смотрите, цифровой мультиметр. Комплектация цифровой мультиметр, правая батарейка, инструкция по применению. Так, давайте все по порядку. Так, вот инструкция по применению. Получается, вот она. Основные характеристики, описание панели, дисплей. Но что интересно в нем, в этом мультиметре, получается, можно в нем измерять температуру воздуха, как я понял, комнатной температуры. Специально идет в комплекте. Как говорится, УЗ такой, УЗ, который, как бы, это получается, регулирует температуру. Так. Вот получается такой цифровой мультиметр. Вот. DT-838 Digital Multimeter. Покупал рублей за 800 примерно его. С такими вот получается щупами, как так называемыми. И вот в комплекте идет вот такая вот штучка, вот которая тоже туда получается, где красная в красная, вот черная в черная. И вот этот УЗ получается, как бы, он показывает температуру воздуха. Ну вот, как я понял, вот эту температуру воздуха, видите, да, темп написано. Можно комнатную температуру проверить. Прозвонка рядом стоит. Ну, проверить батарейку, вот удобно на 20 поставить, она 1,5 вольта батарейка. Как говорится. Ну, давайте включим его на 20. Вот, к примеру, здесь батареечку такую. Космос, грубо говоря. Сейчас посмотреть, сколько она. Так, это сделать-то. Так, что ли, как-то. Неудобно. Ну, такой вот мультиметр. Прозвонку сделать, вот на прозвонку поставить, прозвонить что-то, провода в квартире, мало где-то обрыв узнать, посмотреть, удобная вещь, вот это вот на прозвонку. Вот, вот получается пример между собой, видите, он пищит, соответственно, провода целые в квартире где-то, вот если не пищит, значит где-то обрыв идет. Вот можно, к примеру, какую-то зону выделить, комнату, кухню там, и посмотреть. Ну-ка, давай-ка. Кошка пришла. Ой. Ну ладно, ребят, на сегодня все. Спасибо всем огромное, кто подошел, подписался, кто смотрел. Вот. Получается. Как бы, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, кому что еще интересно, что еще на видос снять. Ну вот, на сегодня такой был обзор на мультиметр. Спасибо всем огромное. Всего доброго, до свидания.